Всем привет, с вами Оля. Вновь двойная реакция на канале. Сегодня мы с вами смотрим Baby Metal, Мэгги Цуне. Здесь я правильно произношу название, что в переводе означает лисичка, лисички, лиса. В принципе, одно и то же. Многие просили посмотреть, и кто-то просил снять реакцию на живое выступление, кто-то просил на официальный клип. Поэтому сегодня мы с вами заценим и то, и другое. Так что не будем долго медлить, и как всегда, поехали! Начнем мы, как всегда, по старинке с клипа, чтобы не портить первое впечатление о песне. В клипе мы с вами заценим прям все, и клип, и песню, а вот на живом выступлении просто будем чилить, отдыхать, расслабляться, наслаждаться живым исполнением. Я готова? Вы готовы? Вау! Круто! Круто! Все. Закончился клип. Что могу сказать по поводу клипа? Клип мне очень понравился. Была очень позитивная атмосфера в плане. Девчонки так резвились, веселились. И это чувствовалось через клип. Мне, в принципе, все понравилось. И сама песня, и исполнение, как обычно. У Су очень прекрасный вокал. Что ж, клип мы посмотрели, оценили, мне все понравилось. Теперь давайте посмотрим живое выступление с этой же песней. Так что не будем медлить. Поехали. Живое выступление. Ага. Вот эта вот мелодия и... Прям вот что-то напоминает мне. Напишите в комментариях, может, вы знаете. Кто-то писал, что это гимн какой-то. Мне кажется, мы этот концерт с вами уже смотрели, только другую песню. Я уже, правда, не помню, какую. Мне нравится. Вообще крутяк. Ладно, красавица. Так. Ой, я даже не посмотрела какой-то год, это, наверное... Да, они тут намного старше. Такая веселая песенка. Такой резкий переход, и опять спокойная такая музыка. Танец опять с каким-то смыслом. Так, это опять не Юи, по-моему. Мне кажется, это уже четвертый стиль.
мелодии. Ready. Are you ready? Не, мне прям реально нравится эта песня. От нее реально хочется тусить, зажигать. И опять переход. Прикольный танец. Нет, это не Ви. Вы мне писали, что там какие-то три девочки добавились после ухода Ви. Но я их пока не выучила всех. Вау. Класс, класс. Круто, круто. Что ж, это было все. Мы с вами посмотрели и клип, и живое выступление. Хочу от себя добавить, что мне очень понравилось и клип в этот раз, и живое выступление. И то по-своему качало. Вот эта песня меня реально зацепила. А мелодия мне что-то напоминала, я так и не вспомнила, что именно. Пишите в комментариях, если кто знает. Ну, а также пишите информацию об этой песне, чтобы я побольше узнала о ней. На этом было все. Если вам понравилось это видео, не забывайте оценить его пальчиком вверх, подписочкой на канал. Подписывайтесь на Twitch канал, ссылочка есть в описании. Ну и на этом все. Всех люблю. Пока-пока.